что, тут я не забыл включить камеру. Yeah.
я посмотрю. Я занят. Сосутся, а то... Краник перекрой. Краник перекрой. Так. Постепенно заезжают. Там разрыли, наверное, да? Я не вижу. Ну, надо туда посмотреть.
Что, мне трос доставать? Давай сразу зацепим. За что? За вилку. Все. Нам надо завести его желательно. Мне на него надо сесть тогда. А я тебе сяду. Мы вместе полетим вниз. Без шанс. Я разогнался, я не могу разгоняться, меня пробуксовывает уже. Иди сюда в очередь. Я, блин, даже залезть на него не могу. Давай по траверсе, может. Ну, вот я думал, сюда что-то поставить. Надо сначала перед переставить. Ух ты, стоять. Это цепь проскакивает. Короче, спускаемся. Так, трос мне. Да. Какие-то глаза от пота сжет. Ключей нету. Я туда должен падать? А как я выйду оттуда? А некоторые так, нахуй, потом ходят за мотоцикл. А у вас ключи есть у кого? О чем ты говоришь? Надо натянуть цепь мне, пожалуйста. У меня нет звезды задней. Я если спущусь, я не выйду. Так сюда выезжать не надо. Ну, так а потом? Я что, тут жить буду? Я из Минска. Ну, если заблудишь, то и пожалуйста. Нет, серьезно, есть ключи? Нету, блин, у нас тут точно нет. Столько квадриков, ни у кого ключей нету. Никто не возит, блин. Нахуй ключи. Я ж могу там спуститься. Такие умные все.
Как-то у меня это автоматическое сцепление уже. Ох! Я устал. Команду, дружище. Затолкай, у меня цепи нету. Ну тогда. Цепь. Звезда задняя. Проскакивает цепь. Давай потихоньку припасть. Я на последних. Сейчас будет где-то серьезная горка это все. Вот. Просто разобрать его и по частям занести и собрать сверху. У меня пробуксовая цепь. Все, звезды нету. Я. Посмотри, вон сзади звезда. Я на такую горку. Тут просто на минчике заехать. Он такой. Я, бля, сзади ругаются. Едь, едь, куда? Я, бля, газу дать не могу. Теперь он точно на дыбы не станет, уже ни при каких условиях. Ну все, там кто проехал. Быстрее, тяни, пожалуйста. Сейчас затянем, подожди. Позовешь кого-нибудь там, если что. Скажем, бля, звезда закончилась, ребята, помогите 3КП проехать. Давай назад чуть-чуть. Бери за самый конец. Помоги затянуть минчика, пожалуйста. Полезно. Надо было сразу вот там, когда максимально высоко забрался, на пол ложить. Давай сюда, там действительно будет легче вытянуть. Ладно. Фу, бля, да, я уберу. Yeah.
Не, извини, по-братски, да. Иди в жопу. Давай, поехали. Вот она, моя погибель. Тут мы, Руслан, никак не объедем. Бля, почему стрелки B3, B2 и Pro в одну сторону? Это как-то нечестно даже. Ты бензина спалил меньше, чем когда мы с утра катались. Ну, а упади. Я, кстати, видел, как ты падал сегодня. Да? Да. Сапог расстегнулся левый. Ой, чуваки, извините. Ой, сейчас будут ругани. Давай подтянем чуть-чуть туда его. А, дурец. Нормально. Я достаю трос. Походу уже все. Да. Ты как подснежник. Ты как подснежник тут. Я как фокусник. Ты фокусник. Вот, тут хоть какой-то шанс есть. Ну хоть до КП этого доехать. Второго. Не знаю, на дорогу, наверное. Ну, по-любому надо вверх подниматься. Дорога-то уже там. Все, там полянка. Вот это последний рывок. Последний рывок. Останься шлях. Останься шлях. Здесь из краника. Так, ну, может, сюда сразу? Так сломаем давай эту ветку направо. И все, это налево. К ним ломай. Куда? Она не ломает, Сергей. Давай, ты толстый. У тебя получится. Нифига. Ладно, хер с ним. Подожди. Руслан! Простите. Yeah.
Надо бы, Руслан, чуть правее тянуть. Проедешь тут. Ладно. Меньше бревно. Так ты, может, не цепляй, на руки уже намотай. Наеду на него и будет мне. Катапульта! Итак, обзорная экскурсия. Или доехать любой ценой. Пробуксовываем, пробуксовываем. Ой, Руслан. Жена на первом месте. А Руслан на втором. Если бы он был Русланихой, я бы на нем... Я поеду в грибы. Извините. Где это кафе? Да звезды нету у меня. Нету звезды, я не могу. Вот. Сцепление отпустил. А я Русик, все, я уже не могу даже просто тронуться с места. Я только ногами помогаю, потом вроде как еду. Снимает камера? Да, только вниз. Вот, это где-то всадил уже. Давай, наверное, его просто перетянем. Ничего, его. Тут скользко уже, смазано все. Бля, так еще я никогда не ехал. Все-таки злые. Нет звезды. Еду как могу. Бля, ну ответ, когда мы будем. Вообще,
Давай. Ты... Я тяну за переднее колесо, потому что так будет проще. Так может ты толкай, я буду тянуть. Что тебе легче? На видео Данилу попадем. Дурак прям 1000%. Жди. Вот ты живил, я так холостым поднял. Вот ты и так, ну тянешь. Бля, подожди. Трусик. Мы с ним вместе упали. Так, бля, давай сюда. Давай. Давай. Устал? Звезда закончилась. А как так-то вышло? Сейчас подождите. Сейчас подождите, подождите. Спасибо! Это конец. Ребята, привезите мне еды завтра сюда. Я не знаю, как мы заволочем туда. Ты можешь дадим проехать пацанам назад. Это двинуть вперед хотя бы или жопу. Остання путь, остання путь, остання я дорога. Остання путь, остання путь, від рідного порога. Остання путь, остання путь, від рідного. Нікого не минає, який народ туди йде. Вот такая должна быть воля к победе. Хоть бы не сдохнуть. Хоть бы не сдохнуть с этим минчиком. А пошли шля. Остатня путь. Там давно конец, но уже. То звідти не вертай. Какой мокропотно прохладный шлем. Давай, давай.
для... Не, Руслан, туда нельзя. Туда точно нельзя. Да, нельзя. Там, туда. Пошли пешком. Ой. Дорога. Я знаю дорогу. Бля, жопа болит. Дорога. Дороги. Мы просто не можем вниз спускаться. Никуда. Финчик не ест. Вниз там нельзя, потому что нельзя. Как бензопила уже. Зубья изогнуты просто как. Эндура база зажал мне звезду вчера, не хотел продавать. Эндуро-база, не захотел, кто? Да. Эндура база подвел. Как-то клиент всегда прав. Я подошел с вопросом. Послал меня, просто послал. Ну не в прямом смысле, он сказал, иди ты отсюда. Я тебя запомнил. Правильно. Давай сфоткать. Надо тебе рыбок показать, чтобы ты не говорил. А? Рыбок надо тебе показать, чтобы ты не говорил, что ты не можешь. Меня. Привет. Здорово. Как тебе удобно ехать? Вот так вот. Ну-ка, улыбнись, я скину в группу потом. Отъедь. А, ты сошел? У меня звезды нет, я там не поднимусь. Мы так на тросе тянем каждый подъем. Я даже отсюда тронуться не могу. Короче, как старые добрые времена, мы катаемся по тропинкам. Ой, ну просто лето. Мои мокрые подмышки просто божественно отдыхают сейчас. Может, посмотрим? Какой подъем в воду, да? Сюда хочешь? Нет, ты что, сбрешь-то? Я там и утону. Б1? Я вот тоже смотрю, что это Б1. Придется только по дороге ехать. Ну, поедем по кустам. Тормознули того чувака. Я знал, что, бля, надо там не ехать. Я прям сразу увидел фуражки, сразу его искал уже. Поехали этих искать.